Благоустроенная территория, развитая инфраструктура, комфортное жилье и счастливые лица маленьких жителей, когда в каждом дворе есть игровая и спортивная площадка. Огромный медведь-боксер, енот, пингвин и другие герои мультфильмов во дворе. Пожалуй, мечта каждого ребенка. В День защиты детей компания «Жилищная инициатива» устроила большой праздник для самых маленьких. Мне больше всего понравилось фотосессия с собаками. Мне понравились бесплатные призы, там, карандаши и мелки. Приобретая квартиру у «Жилищной инициативы», новоселы получают полностью благоустроенное жилье для удобства клиентов. В конце мая был открыт дополнительный офис в квартале «Лазурный». Везде ходим по кругу, интересно очень смотрим, много друзей встречаем, разговариваем, делимся впечатлениями, очень все приятно. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.